Роджер. Нет, Роджер, тебе нельзя брать машину. Мог бы проявить благодарность к парню, который спас тебе жизнь в зоне 51. Слушай, если руководство ЦРУ узнает, что ты здесь живешь, нам всем сотрут память. Ты видел фильм «Помни»? Второй раз это уже совсем не то. Так вот, тебе запрещается выходить из дома. Ради бога, Стэн, я просто хотел купить сигарет. Ты уже связался со своей планетой? Как тебе сказать? Я собирался заняться этим вчера, но потом отвлекся. По VH1 крутили хит-парад 80-х. Ты знал, что Луфери не глухой? Вот уж не знаю. Теперь этого парня сложно воспринимать всерьез. Эй, Франсина, где печенюшки, которые я просил? Роджер, прости. Вчера ходила в магазин и забыла их купить. Я ведь специально просил купить печенюшки. Я куплю их после обеда. Стив, ведь Лиза Сильвер девушка не твоего уровня. Ладно тебе, Хейли, не расстраивай мальчика раньше времени. Стив, у тебя есть шанс, только не надевай майку Шазам. Как вы все сразу бросились мне помогать? Боже мой, Роджер, ты когда последний раз взвешивался? Ой-ой, Франсин, не все пришельцы обязаны быть анорексиками, как в фильмах Джеймса Камерона, знаешь ли. Прости, Роджер, но я сажаю тебя на диету. С этого дня только здоровое питание. Что? Нет-нет, мои сладкие подушечки, Франсин, одумайся! Господи, вафелька в задницу воткнулась. Никаких чипсов, никаких кексов. Черт, Франсин, за это я наплюю тебе в крем для лица. Где твои мачете? Милый, успокойся. Если я погибну, клан защищает тебя. Усама, это ты? Боже, Стэн, в чем дело? Нифига себе, ты убил пса своего сына. И не проси меня оживить его пальцем, как в фильме «Инопланетянин». Это голливудская чушь. Привет, Джефф. Привет, крошка. Один мужик в ресторане отказался от порции мясного хлеба, потому что нашел в нем волос. Но это фигня, потому что это мой волос. Устроим пикник в парке? Не могу, я курсовую делаю. Вот блин. Ну знаешь, как говорил Шекспир? Я-то не знаю, что он говорил, но ты наверняка знаешь. Покеда. Ты пошла с Джеффом, он парень веселый. Да, но работу завтра сдавать. Слушай, Хейли, дорогая, я из дому выйти не могу, но если ты достанешь мне пироженку или кексик или любую другую еду, которую употребляет вся белая шваль, и которой твоя мамаша меня лишила, я напишу за тебя курсовую. Тебе хоть что-нибудь известно о преступлении и наказании? Помимо того факта, что страдания человеческие не только необходимы, но и полезны, что раскрывается через искупление вины Раскольникова, да ничего. Договорились. Прости, каждые 7 часов с точностью до минуты. Ничего не понимаю. В его возрасте у меня не было проблем с девушками. Небольшое замечание, Стэн. Стив не похож на тебя. Ты крутой, властный парень. Женщин привлекает крутизна и властность, а у Стива их нет. Ну, конечно. Если Стиву не достает власти, я подтасую школьные выборы и сделаю его президентом Совета учеников. Ого, ты справишься? Подтасовка выборов — мой конек, Роджер. Ты знаешь, сколько голосов получил Буш на первых выборах? 7. Знаешь, мне за курсовую 5 поставили. Был рад помочь. Есть еще над чем поработать. Реферат по политологии. Ты что-нибудь знаешь о Генри Киссинджере? Только то, что он еврей, но если достанешь мне крендельков, я растяну эту мысль на 12 страниц. Хейли, ты лучше всех. Что тут у нас еще? Крокодильчики в шоколаде. Такого еще не пробовал. Боже мой, вкуснотища! Несравненно. Как там мой реферат, Роджер? Его утром сдавать. Все под контролем, Хейли, не волнуйся. Окей. И, кстати, Хейли, боже мой, крокодильчики! Крокодильчики, Хейли, боже мой! Крокодильчики, боже мой! Ага, они вкусные. Теперь за работу. Уже приступаю. О, нет! Хейли! Хейли, проснись! Я заснул! Я переел сладкого и заснул! Я не сделал реферат! Что? Его сдавать через 2 часа? Знаю, знаю, я идиот! Сейчас главное придумать, как отсрочить сдачу! Святые сырники! У меня есть идея! Учитывая обстоятельства, я дам тебе еще несколько дней на реферат! Спасибо, мистер Гудвин! Ну как? Трюк с дохлой собакой сработал? У нас есть время? Да, до понедельника! Отлично, вот мой список! Извини, Роджер, слишком большой риск! Я сама напишу реферат!
Но где мне теперь брать сладкое? Мне все равно. Сама ты не справишься, Хейли. Ты не сумеешь. Мозгов не хватит. Кто-нибудь это уберет. Жаль только, что я не знаю подхода к женщинам. Отлично, Мелисса. Встретимся у игровых автоматов завтра после школы. Пока. Спасибо за помощь, тренер. Не за что. Но если хочешь увидеть сиськи, с тебя гора пироженок. А где «Будь здоров»?